Дачный участок Юрия Бакулина расположен не в садоводстве, а практически в центре Бийска. На 600-ках растут помидоры, перец, лук и всевозможная ягода. Но, по словам хозяина, особой популярностью у воришек пользуются чеснок, картофель и огурцы. Бывали случаи, что их уносили вместе с ботвой. Такое происходило на огороде, пока здесь не появился Альберт. У нас был случай, даже соседка приходила и целую неделю здоровалась. И потом спрашивают, что у нас стоит? Это кто такой? Друг ваш, что ли? Альберта привела в дом жена Юрия. Она купила его на распродаже списанных манекенов. Изначально в качестве прикола, говорит бийчанин. Но Альберт оказался настоящим мужчиной, хорошим охранником. Его невозмутимый взгляд и ухмылка пугает даже соседей. А недавно Альберту нашли подружку. И теперь он на участке не один. Так, Анжела, сейчас мы тебе бусики твои поправим. Все. Красавица. Издалека Анжела выглядит как живая женщина. Платье хозяйки ей оказалось по размеру. Нашелся наряд и еще для одной обитательницы участка. Вот еще один манекен. Зовут Натали. Она сидячая. Вот так сидим с ней и отдыхаем. Отдыхает Юрий Бакулин и от воровства, которое когда-то здесь процветало. Но мужчина понимает, после того, как он рассказал о своих охранниках телевидению, бояться их перестанут. Для большей безопасности в ближайшее время бийчанин планирует установить на участке видеокамеры. Елена Кузовкина, Евгений Андреев. Наши новости.